Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня хочется представить свою работу, написанную маслом на холсте «Сирень». Но эта сирень имеет свою историю. Когда-то мне очень хотелось, чтобы я открывала окно, и чириканье воробья в кустах сирени было совсем рядом. И вот этот вот запах потрясающий прям вот обвораживал. Мечта сбылась. У меня сейчас замечательные кусты сирени, вы их можете видеть позади работы. И этой весной, после дождя, запах был просто изумительный. Вот эта сирень была написана именно в такой день. Здесь можно увидеть капельки сирени. Я сорвала букет, принесла домой и тут же под этим впечатлением ее написала. Сейчас я хочу немножечко приблизить работу и показать вам детали. Thank you.